Ух ты! Вот! Смотри! Есть, плутонием и это мороженое загородил им дорогу. Молодец, толстячок! На тебе за это в спину! Давай! Давай! Эй, Джей, Чик уйдет же! Есть! А змея там где-то была? Где змея? Где-то... не видать. Эх, летающие зомбари у нас появились, ребята. Это будет жесть. Креветки летающие какие-то. Главное, чтобы без дырок. А хотя этот летающий зомбарь, мне кажется, в дырку-то и не должен слинять. Ладно. Давайте посмотрим, кто тут у нас. Вот он! Вот он, смотрите! Эх ты! Куда ты собрался? Летун! Привет, ребята! С вами Мобик, и мы продолжаем охотиться на зомбарей и делать из них вкусняшки. Итак, ребята, мы сейчас находимся на 25 уровне, и у нас тут задание продать 500 каких-нибудь товаров, без разницы. Поэтому, ребята, сейчас всех дронов мы, наверное, переместим на болото, потому что на болоте зомби лучше ловятся, то есть мы их меньше упускаем и вообще. А еще, ребята, я купил плутония 400 единиц, и поэтому мы можем продолжать искать зомби за плутоний. Задания нам, как обычно, недоступны, потому что эмулятор андроида тупит. И поехали, зомби найдены. Надеюсь, все зомби найдены. Да, давайте освободим зомбей каких-нибудь, посмотрим видосик. Ох ты, это у нас 3 штуки ананасовых зомбаря, крутяк! Эти зомбари нужны для того, чтобы делать ананасовый сок, и еще у нас там есть какой-то продукт, я не помню, как он называется у нас. Там у нас, по-моему, банановые зомбари и ананасовые вместе. Да, смотрите, мы можем произвести и так, и эдак. Ну вот этот он, получается, 2000 монеток приносит нам, да? Но будет долго отжиматься, как я понимаю. Так, ладно, давайте запихаем зомбовыжималочки, заполним, что у нас тут есть. Так, дынных запихали. Лимонадненьких. Товары у нас продаются, ребята, а мы тем временем отправляемся ловить зомбарей. Да, смотрите. Зомби обнаружен на пляже, но я не хочу на пляж. Поехали на болото. Ох ты, у нас нет... сетемета, точнее одна сетка в сетемете, ловушек у нас тоже ни одной нету. Ну, ничего не поделаешь, ребята. Мы опять будем грабить банки. Точнее, в этой шапочке грабителя банка мы погоним сейчас ловить зомбарей. Так, болото, ну здравствуй! Сколько здесь? 5 зомбарей у нас, ребятки. Поехали! Эй, Джейчик у нас давно не играл, наверное, неделю, если не больше. Нате, змеюки! Задание дня вот плохо нету, ребятки. Я б там что-нибудь выполнил. Но его нету, блин. Так, за пеньком у нас тут лимонадные зомбари. И-и-и, смузи! Эх, двоих прям насадил. Так, еще один в голову, на! Ха-ха! Я прям снайпер. Да, ну на болоте легко, конечно, все это дело делать. Но вот на пляжу-то там проблемки у нас. Ну, здесь смузи, зомбари, ничего особенного. О, нате! Эх, один только. Ладно. Ну и сейчас мы второго догоним. Это не проблема. На тебе! Ух ты, как далеко у нас гарпун пролетел. Мне говорят, ребята, что мороженого зомбаря, в принципе, можно пробить насквозь. Ну, я не знаю, гарпун надо прокачивать очень сильно. Так, продолжить охоту. Чё, зачем нам отсюда выходить? Продолжаем охоту на болоте. Так, здесь у нас 6 зомбариков. 2 в начале, скакаем. Змеюка. Но. И один в конце, ребят, у нас одиночный сидит. Может, здесь одиночный какой-нибудь земляничный или мороженый. Они любят сидеть по одному. Нет, это у нас зеленый. На! Молотком-то мы словили, конечно, но все равно мы его поймали, и он прям вообще ничего не успел сделать. Ребята, как мне лучше ловить зомбарей, я вот подумал. Эх, они здесь видят, что я здесь рядом. Ух ты! Вот! Смотри! Есть, плутонием и это мороженое загородил им дорогу. Молодец, толстячок! На тебе за это в спину! Если б не мороженое, зомбари бы, наверное, ускакали. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, что-то я не то сделал. Надо мозг вот сюда кинуть. Может нам подождать, пока они начнут есть? А потом их врасплох застать. Ух ты ж, нет, не получилось что-то. Ловите! Так... Есть, одного броню пробили, железные ведерки, на! Эх, еще один раз ударить, ребята. Мне кажется, все получится, на тебе! Да, вот на болоте мне нравится зомбарей ловить, я их потому что всех перелавливаю. А на пляжу как бы не очень у нас не получается. Но все равно, ребята, отправимся сейчас на пляж, потому что там зомби найдены, нам ничего делать не остается, кроме как их ловить.
продолжить охоту, но на другой локации. Поехали, зомби обнаружены. Нам бы ловушечку. Или две. Да. Ну, ищите мед. Все. Трачу плутоний, ребята, в никуда. Кстати, нам этот плутониевый зомбарь сколько плутония принес? Я что-то забыл посчитать. Сколько мы сейчас потратили на ловушки и на сетимет? Я не знаю. Было у нас 409, сейчас у нас 405. Ну ладно. 6 зомбарей у нас здесь. Главное, чтобы дырок не было земляных. Так, нет, все-таки одна дырка у нас есть. Одна дырка есть. Так. Ладно, здесь вот сейчас. Сейчас вот здесь мозг бросим. Зомби пойдет к мозгу. А мы его в этот момент прищучим. Эх, не получилось. Фу, крутяк, 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 крутяк. Не успел никуда уйти зомбарь. Так, здесь мы бросим ловушечку, ребята. Ох ты ж, сейчас я сам в нее попадусь. Так, и, наверное, прям в нее мозг бросим. Да, ну вроде как докатилось, не знаю, посмотрим. Ну чё, вылазьте. Динамитный зомбарь. Есть! Трудно ловительный зомбарь поймался. И динамитного мы тоже словили. Ну ладно, если с ловушечками и со всеми остальными причиндалами, то вполне себе неплохо получается ловить зомбарей-то. Где мы можем сейчас? Сейчас где-нибудь вот тут вот ловушечку тоже поставим. И туда мозг забросим. Да, вроде как бы долетел. Эх, а могу я мозг забрать? Или может подождать, пока он разложится? Что-то он не до конца долетел. Давайте, может, капкан соберем. Так, и вот сейчас его поставим здесь. Ну, примерно то же самое, только получается, капкан на мозге лежит. Мне интересно, зомби за этим мозгом вылезут? А, он разложился! Черт побери! Ну ладно, так, как бы так бросить-то? Да что такое-то? Он туда, подальше. Ну ладно, вылазьте, зомбарики. Есть, поймали мы этого! Ах ты ж, черт! Куда побежали стоять? Ну что такое-то? Все же было хорошо так, ну... В другую сторону я их не хотел гнать, потому что там дырка у нас где-то была. Хотя она была ближе к концу, но ладно, опять два зомбаря от меня убежало, вот. Ладно, пошли в кафе, запихаем зомбарей. А, надо, наверное, сначала отправить дрона на болото. Че, пока он не нашел никого. Иди на болото давай. Так, здесь у нас пока ищется, но мы в кафешке сейчас зомбарей будем распихивать, поэтому нам не до этого. Тавтологично говорю. Так. Две зомбы уже малышки заполнили. Банановые, мороженый. Что еще? Сюда можем двоих запихать. Но как бы третьего нету. И не будет уже, ребят. Потому что все дроны на болоте. Так, ну что, давайте, наверное, ускорять теперь. Здесь у нас 20 товаров сейчас. Так, как мне ускорить-то? А, вот. 6 плутония, дорого. 2 плутония, нормально. Ускоряем. Сюда можем засунуть. Так, этих 20 плутония нафиг надо, этих 30 плутония тем более. Так, ну и чё, обычных вот этих лимонадненьких, а один плутоний погнали, и 2 плутония. Давай, сколько у нас товаров там получается? Ох ты, уже больше половины, ребята, наверное, где-то, ну, штук, может, 280. Ладно, осталось ещё совсем чуть-чуть, погнали ловить зомбарей, сейчас я всех переловлю здесь на болоте. Погнали. О, там еще одна победа, ребята, и мы сможем поохотиться на босса. Ладно, погнали ловить зомбарей, у нас есть сетимет, ловушки нам здесь не нужны, в принципе. Мы гарпуном справляемся и сетиметом. Так, 2 зомбаря, змеюка здесь полосатая, ползает гадина. Так, 3 зомбаря. Никого нету, никто не летает, змеюк не видать. Да, ну, в принципе, все ровно, гладко. Так, сейчас вот сюда кинем, пусть они к мозгу пока идут. Хотя бы один. А нет, двое! Есть, один готовый. Так, второй не успел даже начать. Есть, получи. Он какой-то в очках, ребята, этот зомбарь, по-моему, да? Лимонадный. Вы не видели? По-моему, он в очках, ребята. Плохо видишь, что ли? Не знаю. Ловите! Эх, нет. Не-н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 е
поймали, ребята, но все-таки один от нас убег. Так, второго поймали. Болтик надо взять. Так, и погнали теперь в другую сторону. Ну все, того зомбаря мы уже точно не догоним, поэтому не имеет смысла даже за ним гнаться. Бросаем мозг. Ох ты, здесь зелененькие! Нате, получите, ох! Одного поймали, второй убегает. Шляпник, лови! Зеленый, желейный зомбарь. Так, что, все мы, ребята, один зомбарь от нас слинял.
Ну да ладно, остальных-то мы поймали. Продолжить охоту. Сильно бронированных зомбарей, ну хотя этот ведерки от нас убежал сегодня. Так, ну что ж, мы не всех поймали, и поэтому на босса охота у нас немного откладывается. Давайте еще разок на болоте погонимся с зомбарями. И Джейчик у нас прикольный такой, в прикольной шляпе. Может ему что-нибудь прикупить такого, я не знаю. Интересно, в заданиях бывает, что купите там шляпу, допустим, или еще что-то, я не помню. Так, здесь что, 4 у нас, значит, 2. И все. И все правильно. Так. Ну-ка. Вылазьте, давайте. Мост-то вон он лежит. Слишком далеко, видимо, что ли. Ну что такое-то, а? Ух ты ж, не то сделал опять. Вот, этот мост вроде нормально. Заметили! Есть, прям в голову! В тыкву-то мы ему зарядили! Так, этого еще поймали сразу. Раздели, поймали. Поймали, раздели. Так, здесь у нас одиночный какой-то зомбарь, опять, мне кажется, или мороженый, или... Земляничненький, ну конечно же! Так, земляничненький, стоять! Есть, за ногу мы его поймали, ребят, ладно. Так, ну и здесь у нас троица какая-то сидит. Так, один сильно бронированный, один с молотком. Так, броню пробили, зеленого поймали, лимонадного поймали, ну и все, этого-то мы сейчас точно по-любому поймаем, если он не подпрыгнул. Нет, не подпрыгнул. Есть, ребятки, сейчас будем охотиться на босса. Босс у нас залазит в любую зомбовыжималку, которая у нас производит болотные продукты из болотных зомбарей. Ладненько, давайте в кафешку сначала зайдем, запихаем опять. Я хочу все-таки этот уровень пройти сегодня. Так, сюда. Это мы... Это пока ускорять не будем. Пусть оно отжимается, сколько-то жмется, там меньше плутония заплатит. Так, чего? Здесь у нас ничего нет интересного. Фух, ну... Еще, ребята, раза три, наверное, поймать зомбарей на болоте. И все, мы, собственно, выполним это задание, пройдем этот уровень. И перейдем на 26-й. Так, ну что, давайте на босса, наверное, поохотимся. Погнали, войти на уровень босса. Так, сейчас опять я вспоминаю кнопочки. Босс этот... Бабулька или дедулька. На! Эх, черт! Не-не-не-не! Что происходит-то? Эй-ой-ой! На тебе! Эх, промазал! На тебе, есть! Один раз попали, второй раз попали. Так, давай, эх, черт! Ты иди, зачем отстаешь-то, свинота? Так, на тебе! Эх, промазал! Да что такое-то? Да на тебе! Еще чуть-чуть, ребята, сбежит же! Ё-моё, веревка короткая! Все, ребята, как-то очень далеко он. Последний раз! Эй, куда? Стоять! Я так не играю, с первого раза вообще не могу поймать ни одного босса. Продолжить охоту, сейчас мы все-таки его доловим. А то, видишь, один раз нам в него попасть только. И все. Так, ну ладненько. Ну где-то так вот, пусть стоит у нас пушка. Лови! Черт, недолет! Лови! Есть! Все, готовый! И бабулька, дедулька, он сразу в решетку, в эту сетку, или кто, в тюрьму, короче, попал. Все-таки это бабулька, на мой взгляд. Но везде пишут, что это дедулька. Что такое-то? Так, вот давайте вот сюда засунем, ребята, произвести. Будем сейчас мы отжимать 4 минуты. Окей. Давайте ускорим, наверное, босса. Так, здесь мы что, ускорять не будем? Ну что, погнали ловить зомбарей, ё-моё. И сегодня у нас день охоты. Так, не-не-не-не, стой, никуда мы не будем отправлять. За 6 плутония нашли, и погнали. Джейчик, ты готов? Какие-то бочки, смотрите, плесенью поросшие. С радиоактивными отходами, видимо, какими-то. Так, здесь у нас 3 и 1. Ну, здесь у нас какое-то коротенькое болото, хотя до кустов вполне далеко себе. Так, ладно. На тебе мозг, чувачок. Или чувиха. Нет, здесь у нас чувачки в основном. Ах ты ж, как перепрыгнул-то, стоять! Ну, пригвоздили к пенечку. Так, ну ладно, этих погоним, наверное, в другую сторону. Ох ты ж. Земляничники! Есть, поймали! И теперь бронированного броню ему прошибить и все! Черт, промазал! Давай! Давай! Эйджейчик уйдет же! Есть! А змея там где-то была? Где змея? Где-то... Не видать. Ну и ладно.
Главное, мы поймали этого зомбаря, он от нас чуть не сбежал. Охота продолжается. Смотри, как прикольно у Эджечка усы дергаются. Или я не знаю, антенки? Кто это? Усы или антенки? Непонятно. Инопланетный какой-то у нас охотник на зомбарей. Так, зелененький. Лови! Эх, нет! Не успел я, не успел, ребятки. Получил сначала молотком. Так, есть, одного поймали. И зелененький. Ну куда ж ты собрался-то, а, дедок? С желтыми зубами. Почему-то у них зубы у всех желтые. Гниют, видимо. До звания дано нам еще далеко. Земляничники, зомбарь. Мы его, может, мы снова в зомбовыжималочку запихать? Давайте. Давайте, давайте, быстрее, товары. Товары, быстрее продавайтесь. Я хочу на новый уровень посмотреть, что там за... Что там за зомби у нас какой-нибудь будет новый, а? Так, давай сюда. Давай сюда, давай сюда. Еще, где? Вот сюда давай. Ну все, должно хватить. Да, ребятки, теперь нам осталось все это дело ускорить. И все. Так, одну ускорили, вторую ускорили. Желейные зомбарики молоточные, гадины. Так, и этого. Все, мне кажется, должно у нас все получиться. Да? Осталось теперь все дело за людишками. Быстрее покупайте, смотрите. У нас товары не успевают продаваться. Надеюсь, они не портятся у нас. Так, 73. 80. Они что, по несколько, что ли, покупают? Да, судя по всему, по 5 товаров они покупают за раз. Вот ведь все, ребятки. Еще немного, 3 товара. Давайте, людишки, быстрее. Есть, последний. Все, коснись, чтобы повысить уровень. Ну-ка, давайте посмотрим, новый зомбарь, может, у нас появится какой-то. Да, смотрите, ребята, зомби с реактивным ранцем. И продукт у нас какой-то креветочный. Это какой-то креветочный зомбарь, что ли, я не знаю. Ладно. Теперь нам нужно создать... А, нет. То есть нам сейчас задание не купить зомбовыжималку, а сразу продать. То есть для того, чтобы продать, ее нужно купить, соответственно. 8 тысяч стоит, ладно, купили. Давайте посмотрим, что это такое. Ну-ка, давайте, эй, Джейчик, бат. Эй, бат, а у роботов есть аллергия на морепродукты? Неа, только аллергия на морскую воду. И чё, типа ржавеешь, что ли, робот? Так, ну ладно, сюда у нас здесь свободно. Засунем сразу. А эти зомбари у нас на пляжу. Ладненько, давайте просто я хочу посмотреть. Вот этого дрона сейчас отправим на пляж. И сразу мы здесь половим этого нового зомбарика. Просто интересненько. Он-то сейчас, наверное, будет от нас улетать на своем звездолете реактивном ранце. Ладно, погнали, ребята. Здесь ловушка, мне кажется, не поможет. Это точно. Ладно, ловить зомби, поехали! Эх, летающие зомбари у нас появились, ребята. Это будет жесть. Креветки летающие какие-то. Главное, чтобы без дырок. А хотя этот летающий зомбарь, мне кажется, в дырку-то и не должен слинять. Ладно. Давайте посмотрим, кто тут у нас. Вот он! Вот он, смотрите! Эх ты! Куда ты собрался? Летун! Летун! На! Эх, черт! Не-не-не-не-не, стой! Не убегай только! Зомбарюшка, да что ты, ну? А, убежал, не люблю пляж. Но зомби здесь у нас появляются разнообразные. Сейчас, да, к пеньку пригвоздили. Это простенький у нас зомбарь был. Эх, ребята, сбежал от меня летун. Вот как в него мне попадать-то, я прям даже не знаю. Лови, тетя. Тетя Мотя. Так, и тут у нас кто, давайте посмотрим. Да что такое-то, я хочу этого креветочного зомбаря еще. Черт, промазал. Промазал. Так, ох ты, в другую сторону побежал. Так, лови! Есть! Тетя Мотя. Белобрысая зомбариха. Так, не, в другую сторону, ребятки. Ну что такое? Это все, креветочного зомбаря. Эй, да, опять разделились! Вы че? Вы че, стоять, арбузники, дыники, кто ты? Черт, не поймал. И все, тут от нас тоже слинял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что такое-то? Эх, да. Креветочные зомбари, ребят, тоже с реактивными ранцами. Все, убег, ребят, от нас зомбарь. Можно дальше уже убегать. Беда. 2 зомбаря от нас слиняло. 3 зомбаря от нас слиняло.
Эх, вот такие вот дела, ребята. Мы открыли новые продукты. У нас появился новый зомбарь на реактивном ранце. Мы на него посмотрели. Какой-то красненький, такой пятнистый, маленький коротышка. Это что-то типа земляничного зомбаря, только с реактивным ранцем. А еще, ребята, мы потратили сегодня 50 плутония. Хотя нет, наверное, 60. Даже не 60, а 60 с копейками. Потому что у нас было 409. Мы еще поймали плутониевого зомбаря. Он нам дал там, наверное, штук 5-6-7 плутония. Поэтому, да, очень много плутония я сегодня потратил на поиск зомбарей. Ну что ж, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.